Я смешно, потому что дебютные все-таки лучше читать, когда автор. Ой, извините, просто очень тяжелый материал, да, наверное. Такой вот. Ты вспоминаешь юность? Я вспоминаю юность. Я лет через 100 сбудусь. Я лет через 100. Пока что, выискивая лазейку в дыре закона, брожу изгоем с одиноким воем и слушаю унижение от продавщицы Зои. Ору между Серпуховскою! У нас нет войны! Здесь не зона, центр, место сближения. Я лет через 100 сбудусь, я не забудусь. За незаконной водкой ночную не вспоминай юность. Есть здесь?